24 октября в актовом зале городской мэрии состоялось аппаратное совещание актива под руководством главы муниципалитета Зайнутдина Акмазова. Основным вопросом, который был заслушан на собрании, стал отчет о деятельности отдела городского архива за текущий год. Начальник отдела Израил Дудаев ознакомил присутствующих с основными функциями и полномочиями. Городской архив организует хранение и обеспечение сохранности документов, поступивших в архив, принимает и регулирует поступившие на хранение от структурных подразделений документы, законченные делопроизводством, участвуют в разработке номенклатуры дел, проверяют правильность их формирования и оформления при передаче в архив. Кроме того, обсуждению подлежали вопросы социальной сферы и коммунального блока. С отчетом о подготовленности к зиме ресурсно-снабжающих организаций выступил начальник управления коммунального хозяйства Арслан Али Мустафаев. Подготовка к зиме. Мы сейчас заполняем акты. На 90% одна организация не подписана. Это вот управляющая компания «Сокол», она сегодня принесет бумаги. Управляющая компания «Спецконтроль» уже даже подала на паспорт готовности. Теплосети вчера подали на паспорт готовности документы. Единственное, вот сегодня «Сокол» подпишем, и все готовы. Больница подписала. Также в ходе совещания были затронуты и другие вопросы, касающиеся текущей работы аппарата администрации. По итогам обсуждения были даны соответствующие поручения и указания. Намечен алгоритм действий, который в перспективе позволит получить положительный результат. Бика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».